Федеральный проект формирования комфортной городской среды стартовал еще в начале этого года. В Архангельске уже благоустроено более 20 дворов. Здесь обновились дороги и тротуары, созданы места для парковок, установлены новые детские игровые площадки. С 10 октября стартовал прием заявок на будущий год. Чтобы ваш двор попал в список на обновление, необходимо коллективное решение жильцов дома. Люди должны определить, кого назначить ответственным за составление и реализацию проекта реконструкции. Этот же человек войдет в состав комиссии, которая будет принимать объект в эксплуатацию. Есть и другие условия. Во-первых, это 5% софинансирование. В этом году допускалось трудовое участие жителей. С следующего года только софинансирование в размере не менее 5%. И согласование схемы расположения предпочитаемых объектов благоустройства с департаментом градостроительства. Заявки на участие принимают в территориальных округах. Более подробно ознакомиться с правилами подачи документов можно на сайте администрации Архангельска.